друзья, с вами снова держатель микрофона Максим Исаенко. Я в стенах политехнического лицея номер 21 «Эрудит», где проходит турнир по волейболу в формате «Хаос». О подобном турнире я вам уже рассказывал, и вот это уже вторые такие соревнования. Серов, организатор и главный судья турнира. Андрей, ну можно сказать, что соревнования в таком формате полюбились полевчанам, и теперь все больше таких будет соревнований? Ну да, полевчанам очень полюбились эти соревнования. И второй раз подряд получается, что команды у нас практически одного уровня. То есть все команды сильные. Не получилось так, что кто-то явный аутсайдер. Да, и народу заявилось больше. И новые лица здесь появились. Ну, интересно смотреть. Некоторые люди сегодня проявили себя, ну, я увидел их прям с другой стороны. Как они играли раньше и как сегодня, это прям что-то с чем-то. По поводу того, что как часто будут или не будут, об этом пока поздно судить. На носу чемпионат города, который начнется с начала ноября. Сапегин, участник турнира, в прошлый раз не участвовал. Как тебе розыгрыш вообще такого формата? В целом, очень интересно для тех, кто любит волейбол, кто хочет для себя понять какие-то новые ощущения, новые эмоции. Вот этот, скажем, режим хаоса, вот этот и есть самое интересное. То есть каждый приходит и не знает, за кого он будет играть. Состав команды, амплуа участников. Поэтому все, кто пропустил по каким-то причинам, считаю, что вы обязательно должны здесь побывать, поучаствовать, следующий почувствовать раз, когда будет, эту да? атмосферу. Ну, я уверен, что это не последний раз. Вот, то есть, так как любителям волейбола города Полевского это нравится, все с удовольствием, с азартом участвуют в этих играх, друг друга поддерживают, переживают, радуются. Поэтому всем добро пожаловать в этот замечательный, интересный турнир. Ну, а турнир организовывается, конечно же, благодаря нашему, скажем, лидеру волейбола Андрею Серову, спонсорам, которые, значит, помогают в этом во всем, ну, в организации. Без спонсоров и Андрея, ну, наверное, бы не было этого праздника. Так, как вы видите, в Полевском проходят различные соревнования не только в привычных форматах, но и в различных их сочетаниях. Поэтому, если хотите проявить себя, обязательно участвуйте. Это был держатель микрофона Максим Исаенко. Подписывайтесь на канал и занимайтесь спортом.